Скажите, как вы сюда приехали? Вот, действительно переселяли вас в каком-то в авральном режиме? Да, в авральном режиме. Нам дали 24 часа. Мы приходили к нашему мэру, просили отсрочить. Он сказал, как-нибудь. И вдруг к вечеру, это уже в октябре было, вырубают нам свет. И сказали, все. Приедут на следующий день, приедут и будут сносить дом. Канализационная насосная станция работала исправно, пока не был заселен полностью весь дом. Когда дом заселился, начались проблемы. Значит, насосная станция стала не справляться, там, наверное, какие-то недоделки, я так полагаю, может быть, по электричеству или что. Периодически она отключается, и канализационные сточные воды текут сначала в подвал, а потом из подвала текут в подъезд, и стоит невыносимый запах. У нас дом построен так, что сначала построили один подъезд, потом пристраивали второй. И вот эти швы, они не заделаны. И зимой, например, лично у меня в квартире, вдоль всей стены, начиная от кухни и до спальни, дул ветер. Зимой в туалете замерзла вода. Это в благоустроенной квартире, где такого вообще просто быть не может. Обычно из аварийного жилья, когда люди переезжают, для них праздник, да, они получают красивое современное жилье. Ну что, мы знать этого не знали, что это так, что за праздник. Нас кинули, по-русски говоря.